первой половине апреля в Северодвинске на производственном объединении «Севмаш» спущена на воду из спускового дока «Сухана» атомная подводная лодка К-561 «Казань» проекта 885М. Внимание по доку. Док начинает погружение. Спусковой док «Сухана» является уникальным сооружением, которое может обслуживать подводные лодки любого класса, любого размера. Мы открываем стоны. Вода будет поступать в балласт-отсеки. Док будет медленно погружаться. Это первая серийная лодка семейства «Ясень» модернизированного проекта 885М. Лодка оснащена универсальным ракетным комплексом с установкой вертикального пуска. Все штатно. Погружаемся дальше. Ракетный комплекс универсален. Может применять, судя по всему, крылатые ракеты «Калибр», противокорабельные ракеты «Оникс» и, вероятно, вариант комплекса, установленный на лодках 885М проекта, сможет применять также и ракеты «Циркон», гиперзвуковые ракеты «Циркон». В 2012 году объявлено о том, что будет построено только 6 лодок проекта 885М, и у нас есть головная лодка «Северодвинск». Того 7 подводных лодок такого класса. Лодки совершенные, но, конечно же, такое количество лодок недостаточно. Надо понимать, что с учетом коэффициента оперативного напряжения одновременно мы сможем иметь порядка 5 боеспособных лодок этого проекта. Но в целом достаточно серьезное разнотипие лодок в составе российского флота сейчас в 21 веке, наверное, сложно назвать серьезным достоинством. Думаю, что постепенно флоту надо приходить к каким-то унифицированным лодкам-платформам, о чем, в общем-то, речь и идет, когда мы слышим про лодки пятого поколения семейства «Хаски». Вопрос сейчас только в том, когда действительно начнется реализация этой достаточно глобальной и очень серьезной программы модернизации флота. Без этой модернизации серьезно противостоять западным флотам, даже с учетом замечательных образцов техники, наверное, невозможно.